Иначе я молчу. Ты повтори, что ты сказал просто. Это позорно. У нас тут материальчик есть по машинке одной солевой. В прямом смысле, кстати. Да, но без наркотиков, просто соль. Морская. Смотрите на зазоры сначала автомобиля. Такие чуть-чуть. Вот, это просто начало нудное, чтобы вы подготовились, типа, так сказать. Резко инфаркт у вас случился. Вот, ехал автомобиль, ехал и заглох. А, капот можно открыть или нельзя? Вот. Думаю, что нет. Начнем с капота или с чего обзор? Ну Подожди. да, разогреть. Ехал, ехал, значит. Сейчас тут капот просто тяжело отрывается с днища. Вот так вот. О, бля, хомуха. Стой. Не тяни. Сука. Да не тяни. Я вообще не трогаю его. А попробуй. Бляха. Мужики, сейчас, подождите. Да, вы не перематывайте видео. Ох, все, уронился мы. надави на него. Да, такая вот, теперь поднимай. специфическая процедура. Да, там просто немного. Оп-оп-оп-оп, я возвращаюсь. Вот, ехал автомобиль. Ты смотри, это не ржавчина, это краска. Да, короче, не буду пока. Вот, видите, все как у нас здесь. Ехал, заглох, значит. Заглох автомобиль на ходу. И владелец просит его просто запустить и дальше ехать. Блин. Давай дубль два. Давай дубль два. Из такого мутного фона. Оп. Итак, к нам приехал. Итак, здравствуйте. К нам приехал автомобиль, который нуждается в нашем ремонте. Нас попросили посмотреть, что здесь сломалось. И написать маленький список, чтобы автомобиль. Не, ну так и было, уехал своим ходом. Вот, в общем, все вот так вот выглядит. Он ездил где-то недели две назад, последний раз. По соляным пещерам, наверное, ездил. Видели, как там поля рудникам. Солевым полям, блядь. Вот, из первого, что мне пришло в глаз. Глаз тебе пришел приход радиатора, блядь. Вот, сломало ушко двигателя. Радиаторы, как на этом, на Феррари, наклонены, короче, теперь. Только не в ту сторону. Какой аэродинамик. Да. Чтоб потоки воздуха, там турбулентность и вся фигня вот так поглощали. Ну ты понял, короче. Все туда залетало. Видите, как спортивно все теперь. А теперь, наверное, самое интересное. Нет жидкости гидроусилителя, нет жидкости охлаждения. Тормозная жидкость вроде присутствует. Кондиционер свалил. Вот, дальше. Видите, как бы можно было бы. Столкача. А, и масло вытекло. Не была одна дырочка. На бампере вот так маленькая, тут такая дырочка, да. Сейчас я вам покажу днище. Мне кажется, вся проблема это то, что просто выхлоп загнула и как бы... Она не заводится. Вот смотрите, смотрите. А теперь самое интересное. Оп. Тут надо на шире... Это, угольную снимать, Саня. Вот так просто. И надо затаить дыхание, чтобы люди присмотрелись. И когда от шока отойдете, я дальше продолжу. Да? Я сам в шоке. Я снимаю, я не понимаю, что я сам это вижу. Вот примерно линия, где должен был быть вот этот брус. Смотри, сколько тут. Вот здесь он должен был быть. Ну, провода эти. Да 35. Да нет, ты чё? 30 где-то точно ушло все. До 30. 25-30. Итак, начнем более детальный обзор, да, Саня? Ты разрешаешь? Вот. Да я-то чё? Вот, вот, вот так. Даже есть складки вон на брусе. Блин, опять мерцает. Итак. У нас был наезд на медведя.
место. Я не знаю, как так надо было ездить, что словить. Да, просто все в соли, как сказать-то, блядь? В солях. Соты с радиатора выпадают вот так. Бур-бур-бур. Вот. Фу. Туман. Дальше. Разрубили косу с проводкой. Выломали два радиатора. Дудку потеряли. Ушки вот здесь. Мотор лежит просто, ну, шкив. На шкиву, на брусе. Да не фокусируется. Вот, выхлоп вот так выглядит, как на этом Porsche 911. Задний выхлоп. Так, такие же изгибы у них там. Резкие. Вот это у нас коленвал, ребята. Ржавый. Шатуны. Это соль с маслом. Технология сухого картера. Соль с маслом, да, сухой картер. Маслоприемник где-то вот здесь, Wi-Fi. Wi-Fi модуль установлен. Также у нас коробка тоже сухого этого картера. Вот дырка. Дальше. Тормоза тоже у нас по Wi-Fi работают. Просто трешак. Ребята взяли тачку покататься и смотрите, что с ней, во что ее превратили. Выхлоп оторван, дальше идем под днищем. Тут просто везде соль. Это все грибы. Это все соль. Это все соль. Вот бензобак. Как показать, вмятину-то. О, Миша уже звонит. Вот, вот, ниша заднего колеса. Смотрите, тут сколько солей. Бляха-муха, ребята. Я просто снимаю, не соображаю, что я снимаю, как это я все думаю. Ну это просто шок. Шок-контент. Это просто труба. А, ребята, бак оторван, все зазоры ушли. Блин, это просто... Я не знаю, это, я не знаю, как, кто бы снял это все лучше. Меня тут просто... Сука. На стартер посмотрите, клеммы медные как сгнили. Это просто шок. Фишки, ремни, ремень сгорел. Самое страшное то, что здесь следы, как будто бы это еще все продолжало ехать. Вот это вот... Тут просто дырень. Сантиметров 30 так точно ушел. Наверное, сделаю еще пару фотографий таких хороших, приложу в этот видос. Подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм, там будет куча тоже материала. King Customs, все такое. Ребята. Ой, 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 ой. Надо просто водички попить, отойти. А то меня попросили машину запустить, а тут... Это просто жопа. Вентиляторы наверху сломаны. Все сломано просто. Трубки, вот, смотрите, как выглядят трубки. Гидроусилители. Их нафиг все порвало. Фишки. Вон трубка идет. Пошла, пошла, пошла. Превратилась в блинчик. И дальше пошла. Даже тут. Ухо сломано. А, подушку, смотрите, как согнуло. На первый взгляд там вроде ровная, а подушка задняя. Походу только одна сдюжила из всех опор. Да-да-да. Что вам еще показать, чтобы... Это просто жопа.
Салон можешь показать? Там, в принципе, все банально. Выстрелила подушка в руле и все. Я думаю, все видели выстрелившую подушку. Та-дам, та-дам, та-дам. Все, всем пока. Подписывайтесь обязательно, чтобы не пропустить еще такой трэш-контент. Ставьте лайки. Баю-баю.